Чтобы найти сокровища, я сделала карту настоящую пиратскую. Видите, какая старая. Мы нарисовали на ней нашу квартиру в виде разных островов и отметили крестиком, где будет спрятан сундук. Для того, чтобы его найти, нужно будет выполнить задание. И потом каждый, кто выполнит задание, он получит загадку, где спрятан кусочек карты, потому что она будет, видите, разделена и лежать в разных местах. Здесь разные ребусы. Шкаф, холодильник, видите, разные шифровки, ребусы. Вот такой вот квест я буду делать завтра, а сегодня готовлюсь. Все, у меня готово к квесту. Это значит задание загадки, где спрятан кусок карты. Это задание у меня здесь будут сделать меч. Дальше факты о пиратах я расскажу и попрошу, чтобы мне факты рассказали. Ищем клад. Тут такой вот простенький примерчик. Я думала переделать, но пусть будут простые. Повторить узоры. Это такой сложный будет. Сложное такое будет задание. Вот 6 заданий. Задание выполняется. А еще вот это задание. Это во что одет пират. Я такого пирата нашла. Перевести. Во что одет пират. Ну, эти уже сейчас будем играть и услышать, какие тут были задания. И зашифруй пиратское имя. Еще вот задание. То есть я здесь взяла алфавит и прям сама, когда придумывала символы под шифр, будем шифроваться теперь. То есть задание наоборот, есть отгадай шрифт, шифр. Вот здесь вот, кстати, будет отгадай шифр, а здесь наоборот сам зашифруй. Прикольно, думаю. Представляете, я маркером писала вот это вот, и у меня теперь не оттирается стол. Сейчас буду, называется, подготовилась, блин, к квесту. Какая я пиратка? Класс! Дим, тут пока вы с папой уходили, пират спрятал свои сокровища и оставил мне задание, куда он спрятал. Будем? Будем, квест собрала. Да? Ура! Yes! Так, я тебе даю метки, когда выполнишь задание. Первое. Нужно зашифровать свое пиратское имя. Придумать и зашифровать. Так. Папа расшифровывает. Папа тоже участвует. Четыр. Дальше. Рё. Не. Четырех. Это Х, что ли, получается? Х есть такое? Нет, не Х. Это Д. Это Это вот это. четырех. Г. Четырёг. Ум. Ну, как тебя зовут? Четыргл. Четыригл. Четыре глаза. Так. Первая подсказка получена. Я не море и не речка, я не озеро, не пруд. Но как утро или вечер, люди все ко мне бегут. Что это? Как ты думаешь? Холодильник. Ну как же тут речка или пруд? Куда кто куда бежит? Да, утром или вечером. Ты не бежишь, наверное. Ванна. Ну да, умываешься, конечно. Ванна. И под подарком что там? Листок. Ну, мы кусочек карты ищем вообще-то. Первый кусок карты найден. Так как ты настоящий пират, то тебе нужно сделать саблю. Вот размеры. Фиксируем. Вот так вот Так. раздвигаем. Оп. Выдвигаем. Замеряем. Фиксируем. Отлично. Теперь рисуем круг, да? Такс. Все, теперь ты с саблей задан. Шнуркам привязал саблю. Так, следующее задание. Так, что тут? Ага. Зеркало. Зеркало, вот я тебе приготовил. Маленький шкаф. В нем ящики. Чего? Закрывать, задвигаются, и вещи из него никогда уж не деваются. Никуда уж не деваются. Ну, где у нас ящики задеваются? Задвигаются. Где твоя? И Где вещи. твой ящик?
Так. Угу. О, и карта нашлась. Остров сновидений. Следующее задание. Нужно... Да, совершенно верно. Так, теперь нужно перевести все, в чем ходит пират. Видишь, здесь на английском. Угу. Вот нужно перевести. Так. Здесь у нас шифр. Так. Веселые человечки. Теперь нужно расшифровать, что здесь написано, и угадать. Пластиковые. Межи пластиковые, а поля стеклянные. Что это такое? Пластик. Пластик и стекло. Что в нашем доме? Зеркало. Где же там пластик? Там дерево. Что у нас пластиковое? А? Ну куда ты из комнаты-то пошел? Что у нас стеклянное и пластиковое? У нас телек. Тоже, конечно, вариант. Межи. Межи посередине. Что? Чтобы посередине не пластик был, а вокруг стекло. Посередине. Уходишь, холодно, был тепло там, тепло, рядом находился. Тепло, тепло. Ну, что это? Так. Ну. Окно. Окно. Ищем на окне. Куда мама могла засунуть-то? М? Так, ищем, ищем кусочек. Вот порядок, когда был бы на окне всегда, и легко бы нашлось, да? Так, поднимаем, правильно, молодец, все поднимаем. Ага, нашлось. Так, еще один кусочек у нас карты нашелся, ура! Вот смотри, фигуры, сколько фигур нарисовать такую же? Любую? Ну вот смотри. Нарисовать такую. Мне кажется, остальные завтра тебе интересно будет перерисовывать. Видишь, ага, как одну. Ну давай одну сегодня. Ага. Боцман. Да. Так. Вот этот. Обводи буковку. Д. Как? Выписывай ее внизу. Д. Первая Д. Д. Да. Кто еще на кок? На кок. И. Угу. Ди. Штурман. Кто штурман? В. Вообще-то канонир. Угу. Ну, не важно. Ди в А. Капитан. Угу. Все, ищем диване. Обратно запихиваешь теперь. Так, еще один кусочек карты у нас. Прикладываем. Ага. Так, чуть-чуть осталось. А, следующее погоди, задание. Погоди, мам, ложу все. Держи. Нужно найти клад. Нарисовать путь клада. По дороге. Куда он знал едва ли. А просто его ноги фактически шли сами. Так, ну, внимательно смотри. Какого вида это шифр? Ну. Шкаф. Правильно, по первым буквам. Ну, ага. Заглядывай в шкаф. В какой? Ну, вот это шкаф, конечно. Так. И так внимательно смотришь. Все должно быть. Я прикладывай. Так, рассказывай, что ты понял. Остров расслабления, ванна. Остров заседания, туалет. Так. Райский остров, кухня. Так. А остров сновидений? Наша спальня. Так. И ваша. Ну, остался последний кусочек. Давай, вот. Значит, у меня интересные факты о пиратах. Я тебе факт, и ты мне, давай. Ага. Пиратство появилось одновременно с мореплаванием. Ну, это само собой разумеющееся. Так. Несмотря на то, что пираты существуют в настоящее время. Знаешь об этом, что существует и сейчас? Нет. Ну вот, я тебе говорю. А ты какой факт знаешь о пиратах? Факт? Да, расскажи факт о пиратах. У них чаще всего прозвища были со словом «черный». Так. К примеру, Джек... Черный Джек, черный пес,
Тот самый. Понятно. Какие еще знаешь факты? Ну, отличный факт. Большинство пиратов заплетало морские косицы, промазанные смолой. Зачем? А шо ты их знает? Чтоб коса держалась крепче, да? Ну, большинство... Они... Хочешь, я тебе скажу... что они заплетали. Хочешь, я тебе скажу, для чего? Давай. Чтоб вши не заводились. Тебе серьезно говорю. Там они в смоле дохнут. Так. Последнее. Там нужно разгадать ребус. Все. Раскрывай, сейчас посмотрим. Переверни или не переверни, не знаю. Нет, не переверни. В общем, разгадывай, что это. Ура! Последняя нашлась карта. Готова сейчас будет. Мы мы в острове сновидений. Угу. Должны пойти... В остров заботы. В остров забот. Ваша комната и шкаф. И шкаф. Ага. Так. Табуретку надо взять, я тебе подсказываю. Так. Там где была? Разве здесь была? А, да. Так. А там надо повыше забраться. Думаешь, просто так, что ли? В гору нужно залезть. Видишь там где-нибудь? Вижу сундук. Сундук. Доставай. Сможешь достать? Можешь достать сундук-то? Ага. Нет. Никак? Ну, давай достану. Вот такие вот у нас здесь сокровища. Это из фикс-прайса. Вот такие камушки я купила на Алиэкспресс. Вот видите, вот натуральные камни. Но они оказались маленькие. Я рассчитывала на больший размер. Так что у нас прям настоящие сокровища. Этот сундучок я брала на Валберис. Вот такие вот камни в этом наборе были. Так они пришли.